Газ в пол пошел. Кто-то там показывал только что, да? Что-то спрятал. Сотрудник? Машина, заглушите, пожалуйста. Он сейчас уедет. Он сейчас уедет. Перекрёст, туда машину поставь. Вы являетесь сотрудником какого-либо ведомства? Да, сейчас. Мне один звонок. Не-не-не, а ключи у него? Сейчас. Ключи я там оставил. А, все там, мне. Да. Я понял. Не переживай. Вы выпивали какие спиртные напитки? Есть подозрения и основания полагать, что у него номера, на которых он ездит, сейчас управлял, подложные. Ну там сейчас был сотрудник. Проверяется, да, этот момент? Надеюсь, пожалуйста, сотрудник. Вы обладали, блин. Сколько еще? Тоже неужели ничего. На месте он отказался от освидетельствования, но согласен пройти медицинское освидетельствование. Но он думает, что он там сможет вопрос свой порешать. Нет, ему этого не удастся. Дорогие наши зрители, если вы узнали этого человека, он вам знаком, и вы хотите остаться анонимным, пожалуйста, сообщите нам. Мы обязательно гарантируем вам 100% анонимность. Просто нам нужно знать, где он службу несет, либо нет. Но мне кажется, он действующий. Что там? Все нормально? Да. Он имеет признаки обвинения, нет? Даже вам сейчас и не нужна связь-то. Да хоть, он. Сейчас она вам не нужна, связь. Вам сейчас быстренько пройти мне до свидетельствования, установить обвинение и, как говорится, до свидания. Какой результат показал первый раз? Первый был 0,89. 0,890? 0,89. Ну, 0,890, значит. Ему теперь грозит статья административная 12.8, часть 1. Скажите, а почему на подложных номерах передвигались? Что по этому поводу можете пояснить? И всегда помните, пятая власть – СМИ, которая помогает. И, как всегда, с вами Дорожный контроль, общественная организация по выявлению пьяных водителей и против коррупции на дороге. Больницу проезжал. Он сейчас на окружную, скорее всего, едет. На окружную, да. Автомобиль Светлана Антона Синенко. Ускоряйся, ускоряйся. Экипаж Северного района, Коминтерновск. Кто еще есть? 426 Саратова. И едет с небольшой скоростью. Ольга 794, Николай Ольга 36. Ускоряйся, ускоряйся. Автомобиль прошел, Green Oil. Да, вот сейчас как раз проходит, все верно. Газ в пол пошел. Газ в пол пошел. Пошел он ускорился, очень сильно ускорился. 4, 2, 7, 3, 2, 7. Вот, давай. Все отлично, все хорошо. Экипаж здесь. 0549. Спасибо большое за реакцию. Спасибо. Кто-то там показывал только что, да? Что-то спрятал. Сотрудник? Нет? Какие документы не сдаем еще. Водитель с регистрации, пожалуйста. Он сейчас может уехать. Машина заведена. Водитель, связи с регистрацией. Машина заведена, может уехать. Машина, заглушите, пожалуйста. Он сейчас уедет.
Он сейчас уедет. Перекрёв, туда машину поставь. Нет, все выключил. Ну тут все видно. Приехал. Вы являетесь сотрудником какого-либо ведомства? Это да. Вы выпивали какие напитки алкогольные? Не-не-не-не, а ключи у него? Сейчас, сын. Ключи я там оставил. А, все там, мне. Да. Я понял. Не переживай. А вы выпивали какие спиртные напитки? Есть подозрения и основания полагать, что у него номера, на которых он едет, сейчас управлял, подложные. Ну там сейчас был сотрудник. Проверяется, да, этот момент? Ну что, дорожный контроль снова поймал пьяного водителя и, скорее всего, очень интересного водителя. Мы пока не знаем, в каком ведомстве он службу несет, но есть основания полагать, что действительно он находится в системе. Ведет себя таким образом, ну, как обычно себя ведут люди в системе, ну, либо бывшие сотрудники. Вот он сейчас сидит в своем автомобиле. А сотрудники полиции сейчас будут останавливать понятых и будет проводиться процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. И очень важный вопрос к вам, наши дорогие телезрители и наши, кстати, читатели. Как вы думаете, продуется ли он? Это первый вопрос. Второй момент. Если он продуется, то какой результат он алкотектор покажет? Ваши ставки пишите в комментариях. Ребята, есть какие ставки? Сколько в нем? Как думаете? Я думаю, что 1-1. 1-1. Слав, твоя позиция. 0,9 миллиграмм, но это 0,900 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Я думаю, если он будет продуваться, где-то в районе 750 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. В общем, ну а ваши ставки в комментариях. Надеюсь, что жесткий автомобиль. Мы обладали время. С Европы, куда ты там? Сколько еще сейчас? Тоже не уже начинается.
прокомментировать свое поведение нашему изданию. Вы в состоянии опьянения находитесь? Что-то вы немногословное. Очень недоволен. Здравствуйте, уважаемые понятые. Сегодня у нас 11.02. 2023 года. Находимся по адресу улицы Независимости, дом 84А. Нам был остановлен автомобиль Mitsubishi Outlander, государственный номер Ольга. 34, Retail Ольга, 36 регион. Какой госномер? Ольга, 34, Retail Ольга. Но у него другой госномер. У него там 796, на подложных номерах он ехал. Угу. То есть по этому поводу отдельный материал еще будет. То есть на какие вы номера просто проговорите, на каком он управлял фактически? Ольга, 34, Retail Ольга, 36. А в реальности какие номера? Нет, не видно. Ольга, 794. Слышишь? Николай, Ольга, 36. Угу. Под управлением гражданина Тяпин Алексей Анатольевич, 18.04. Тяпин? Алексей Анатольевич. Года рождения. Признаками алкогольного опьянения. Проверь, Тяпин. Тяпин или Ляпин? Ляпин. Тяпин проверяли? Да. Тяпин проверяли. А? Ляпин. Тяпин. Присутствие понятых. Предлагаю вам протест свидетельства состояния алкогольного опьянения на месте. Зачитываю вам, водители, и вам, понятые. Слышите меня? Да, да, слышу. Права и обязанности. Права и обязанности. Слышали, понятые? Да. Слышали? Да, да, все слышу. Алексей Анатольевич. На месте при помощи прибора «Алкотестер Юпитер», заводской номер 010-688. Проходите, освидетельствуйтесь, будьте, вот его поверка. Нет учреждения. На месте вы оказываетесь. Да, медицинское учреждение, да? Поедете, да? Слышали? Да, да. Нет учреждения. На месте отказываетесь. Да, мы слышим. Медучреждение согласен. Медучреждение согласен. Мы с вами вместе поедем, сразу говорю. Там не отмажетесь сейчас. Материал их дела будет роспись ставить, что согласно проехать? Конечно. Слышим, понятно. Все. Все? Едем, да, медучреждение. Все. Составлю. Вы лучше себе тут подумайте, хорошо, смысла нет никакого тянуть. В медучреждение мы с вами проедем, поэтому либо проходите здесь освидетельствование, либо просто отказывайтесь, потому что результат будет в любом случае стопроцентный, поверьте. Мы видим, в каком вы состоянии находитесь, поэтому ни себе голову не мучайте, ни нам. Но мы на вас время потратим, сразу вам говорю. В органах внутренних дел, где-либо службу проходите. Гражданин Тяпин. Вы что-нибудь прокомментируете по этому поводу? Пока присядьте в машину. Сейчас объяснение дадим. Не напишет, просто объяснение. Я закрою стол. Конечно, конечно. Наши предположения никакие не подтвердились в плане первой и второй версии, там какой результат будет. Он просто-напросто отказался. В принципе, это ожидаемо. То есть на месте он отказался от освидетельствования, но согласен пройти медицинское освидетельствование. Но он думает, что он там сможет вопрос свой порешать. Нет, ему этого не удастся. Мы вместе с ним туда и проедем. Так что ждите теперь нас там. Дорогие наши зрители, если вы узнали этого человека, он вам знаком, и вы хотите остаться анонимным, пожалуйста, сообщите нам. Мы обязательно гарантируем вам 100% анонимность. Просто нам нужно знать, где он службу несет, либо нес. Но мне кажется, он действующий. Вот этот вот номер, вот этот вот автомобиль, он был как раз вот там вот. А вы могли бы проверить состояние водителя? Он был тоже там же, вот в этом заведении. Подойдите, пожалуйста, поинтересуйтесь. Мы видели факт управления. Что там? Все нормально? Да. Он имеет признаки обвинения, нет? Не имеет, да? Сказал, что с ним. Вы тогда заведите автомобиль, оставьте второй патруль. Да, патруль. Супруга. С ним хочет завести автомобиль, чтобы они не замерли. Я понял. Второй экипаж здесь будет. Здесь будет, да, будет, чтобы никто не влетел, ничего. Хорошо. Я сейчас иду, все сделаю. Сейчас, я пока не очень понимаю, что так происходит. Сейчас, смотри.
Телефон есть? Вот мы приближаемся уже 121-й стрелковой дивизии к наркологическому кабинету. Может быть, скажете пару слов? Здравствуйте. Анатольевич. Да там связь не сломать. Да, ну вам сейчас и не нужна связь-то. Да хоть, ну. Сейчас она вам не нужна, связь. Вам сейчас быстренько пройти мне до свидетельства, не установить опьянение и, как говорится, до свидания. Алло? Ага. Что там, занято? Да нет уж. Или он отказывается? Ага. Угу. Ну давай, чё. Нормально? Давай, давай. Ну, только хорошо. Да. Да не, ну чтоб не закрыто, да. Ага. Давай, ага. Какой результат показал первый раз? Первый был 0,89. 0,890? 0,89. Ну, 0,890, значит. Конечно, медицина – это у нас самая закрытая организация вообще, любое медицинское учреждение. Состояние опьянения установлено, результаты не говорят, но по нашей информации 0,890. Ему теперь грозит статья административная 12.8, часть 1, грозит ему лишение права управления от 1,5 до 2 лет и 30 тысяч штрафов. Так что не ездите пьяным за рулем никогда и ни при каких обстоятельствах. Скажите, а почему на подложных номерах передвигались? Что по этому поводу можете пояснить? Видимо, ничего. Все-таки состояние опьянения ваше установлено. Алкогольное именно. Вы против пьянства за рулем? Скажите, против пьянства за рулем? Вы немногословны. Двенадцать-два. Так, а номера должны быть изъяты? Конечно. Да, вы, то есть будете снимать, а он управляется без номеров, уже не имеет права. А мы на его кадр. На его кадр в любом случае, я понял. Хорошо, спасибо. Ну что, а теперь его оформляют за подложные номера. То есть номера, которые сейчас установлены, ну, они от другого транспортного средства. Соответственно, их сейчас отсюда снимут, с этого транспортного средства, погрузят на эвакуатор и увезут на спецстоянку. Так что вот такой вот большой куш сорвал этот водитель, который находится с признаками опьянения и в состоянии опьянения. Дорогие друзья, я к вам обращаюсь, ко всем нашим подписчикам и не только. Никогда не пейте за рулем. Все, номера сняли. И всегда помните, пятая власть – СМИ, которая помогает. И, как всегда, с вами Дорожный контроль, общественная организация по выявлению пьяных водителей и против коррупции на дороге. Всем до новых встреч, всем пока.